Всем привет! Это Смитарит, и мы продолжаем проходить Ведьмака 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы завершили квесты за барона, отгребали последствия. Ну и продолжаем выполнять поручения, просьбы крестьян. И путешествовать, исследовать эти земли. Так, что у нас тут? Ну, ничего интересного. Так. Ну, мы здесь мой как раз вот по одному заказу. Какие у меня мысли? Она какие-то проклятия на них насылает. И силу живую высасывает. Так. Ну, здравствуй. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Да-да. Давай поговорим о награде. Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Так, предел 300. Так. Ну, давайте набросим. Ну, хотя бы вот 21. Ладно, пускай будет по-вашему. Окейшки. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но вы поговорите с Агнетой. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Да, это точно. С такой или какой монстр не справится. Так, ну давайте сходим к этой бабке. Чететки Чехтона. Так, с кузнецами. Нельзя нам терять надежды. Так, ну и где это? Пожилая дама. С которой нам надо пообщаться. Здесь шла женщина босиком. Следы нас сюда. Или не сюда. Здесь шла женщина босиком. Так, что там мы не углядели? Следы мы нашли. Ага, так. Что-то еще здесь есть. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Так. Вот теперь следы продолжаются. Видать, волки, которых мы слышим. Или нет? Или да?
Сбежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело, здесь видны следы. Ну, давайте пойдем по следам. Так, по дорожке тянул. По тропинке. Убийца отнес тело в лес и закопал. Но не глубоко. Могила не глубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Давайте прочитаем. Любовная история. Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Ножница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Угу. Дайте сохраниться. Так, то что у нас, кто у нас тут впереди? А, дезертиры. Так, таких нет, контришь. Да, зараза. Не давайте ему продохнуть! Вот и готово. Засранцы. Добыча. Ну, с еще одной проблемой разобрались. Волки блуждают. Ну, как вон. Разберемся. Яйца перегрызли. Зайцев перегрызли волки. Избавились и от этого по напасти. Тут еще парочка есть. Ну что, паскуда? Все. Ладно, давайте вернемся в деревню.
Извините, барышня, не хотел. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая. Давайте разбросим этого человека. Хвороба какая-то меня пробрала. Приветствую. Вы по какому поводу? Да по все по тому же. Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги, откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиан, тогда. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Легко сейчас. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Хвороба какая-то меня пробрала. Что ж, не впервой нас с такой тварью сражаться, не впервой. Думаю, потянем. Справимся с этой напастью. Так, а это что у нас тут? Почему-то не берется, вот, взялось. Мясо сырое пригодится. Ага, вот куда любовнички приходили. Днем полуношница не явится. Это да. А вот сейчас явится. Вот она уже пришла. Давай. Так, и зелье надо выпить. Зелье. Так, зелье против призраков. Точнее, не зелье, а масло. В одну. Так, отходим. Что у нас там с маслом? Еще нам применено. Еще применено. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда, тварь.
отходим, отходим. Так, готово. Давай, иди сюда. Делали, твари. Ну, тут мы сдюжили. Так, давайте посмотрим, кстати, что нам дали. Так, что это дает? 5 к опыту, смотрите. Ясно. Так, перчатки так себе. Меч. Так, это стальной меч. Так, 3 ячейки, шанс дополнительного крит удара, модификация на оглушение, шанс критического, ну тут вон пробивание доспехов и шанс дополнительный на крит аж 25, не знаю, оставлю, продавать не буду, но и пока одевать тоже не буду. Ладно, возвращаемся. Сдавать квест. Нельзя нам терять надежду. Ну здоров, мужик. Приветствую. Вы по какому поводу? Да все по тому поводу, по тому. Что и раньше. Тот же повод. Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет. Я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Вот так. Ой, вот. Нелегко. Ну, теперь надо к кузнецу зайти. Только он, конечно, спать отправился, поэтому помедитируем тут. Восстановим силы. И ни одного ребятенка не похитите в обмен на помощь. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милости. Покупайте, Габриэль! Да знаю я. Что, Габриэль, все дела. Покажи товары. Давайте ему продадим вот эти вот ненужные нам вещи. Так, ну сейчас этих заработанных денежек и не станет. Поскольку... Так, что это? Пергамент? Ну... Поскольку постольку. Поскольку нам нужно починить вещи. Ну. Не так уж много потратили. Так, перчатки еще надо починить. Я-то подумал, что это те перчатки, которые на продажу. Но бывает. Ладно, придется сыграть. Опять прерву запись. Через мгновение увидим. Ну, в общем, победил я тут в этом. Больше было. Связали, так. Сарай загнали. Хотя нет, тут надо сейчас с одним купцом. А я тебе говорю. Поторговать. Амулетики? Да иди ты. Зубы мертвецов. Вот.
Так, что у него за карты? Ладно, купим вот это вот. Так, а продадим мы тебе. Вот эти вот вещи. Ну и все. Прощай. Так, одни такие записи. Так, какой у нас следующий квест? Это уже неделя прошла. Так, куда же это идти? Не, ну я относительно помню, где мы этого парня спасали, помогали. Где-то здесь. Значит, надо перенестись сюда. Давайте снова взглянем на карту. Да, я угадал. Сюда. Ну, потопали. К мужику. За наградой. Ставите в лес. Продолжим же наше странствие к мужику. Ну, здравствуй, болезный. Ведьмак, приветствую. Где мои деньги? Вот, возьми. В два раза больше, как и договаривались. Уж кто как, а я слово держу. Со второго раза. Ну да забудем об этом. Спасибо, и пусть тебе повезет. Окей. И 12 уровень. Супер. Пятьсот золотых, неплохо. Следующее задание. Ну, за этим мы не пойдем. За этим, может быть, пока выделим это. Так, доброволец нет. Нет. Так.
Где же этот сундук? Ага, ясно. Тут и лодка у нас. Поблизости. Вот, придется глубоко нырять, а там утопцы. Поэтому выделим арбалет. Вот лодочка. Подбитая нами. Ну, запрыгнул. Забирайся, Геральт. Он не позволь мне. Не хочет что-то он меня забираться. А с этой стороны? Ну, лучше уж так, чем никак. Поплыли. Так. Все, никуда мы не плывем. Зашибись. Еще здесь вот есть. Еще нет. Так, где ближайшее? Далековато. Но-то выбора у нас нет. Ну, приплыву, короче, включу запись. А вот и наша лодочка. Поплыли. Так, теперь обозначим на карте. И поплыли. С чародеем, с чародейскими тайнами. Так. До этой отметины мы доплыли. Так. Ну, недалеко осталось. Если бы не запись, я бы плавал и плавал бы на этой лодочке. Так круто путешествовать на лодке, плавать, исследовать. Так, вон наше место назначения. Мы уже почти доплыли. Мы тут уже были, но до конца, видимо, дело не сделали. Сохранимся. Так, арбалет. Арбалет у нас готов, как говорится. Готов.
теперь все, всплываем. Сундук мы достали. Всплываем. Хорошо. Хотя там есть еще один сундучок. Ныряем. Вот еще сундучок. А вот теперь всплываем. Теперь точно все. Забираемся на лодочку. И давайте посмотрим, что насобирали. Так, ведьмачий меч. Какой-то серебряный. Ну, урон больше, зато все остальное меньше. Так что, наверное, на продажу. Так. Ремесло. Так, это алхимия. Так, между прочим. Так, у нас есть для задания вещи. Изготовлено. Теоремесло. Посмотрим, может, так, что я подобрал. Это либо алхимическое, либо все же что-то здесь. Штаны? Нет. Меч какой? Может, этот? Я, честно говоря, не успел прочитать, какой именно мы подобрали. Ну ладно, на записи посмотрю. Так, предмет для заданий. Приманка на черта, ясно. Но пока нам это не нужно. Задание. К какому можем мы тут приступить с вами? Доброволец все еще не думаю, что там по зубам. Так, игрок и скачки. Так, измечу заказы. Нет, сокровища. Вот давайте за сокровищем. Все остальное нам недоступно. Рад, что скачки. Но на это все. Так, где запрятаны эти сокровища? Потом сюда переместимся. Но пока что плывем отсюда. Вот так вот. Сокровища нашли, меч нашли. Рецептики, материалы, куча всякого интересного и полезного. Утопцы, гнильцы. Так, я что-то запутался. А не, все правильно, да. Этот остров отпусть. В общем, включу запись, когда доплыву.